Друзья, всем привет! Сегодня видео у нас с гродненского авторынка. Посмотрим, собственно, цены на автомобили, на вторичку в Гродно. Ну и давайте смотреть видео. С вас лайк, репост, подписка. Всем приятного просмотра! Друзья, гродненский авторынок. Давайте бегло посмотрим, что успеем, пока у нас есть немножко времени. Так, Passat, 2001 год, 1.8 бензин, 4750 долларов. Давайте бегло. Литые оригинальные диски, неплохая резина. На механической пятиступенчатой коробке передач. Салон ткань. Citroen Xara. Xara 2002 года, 2 литра дизель, 3600 долларов. Также резина средняя. Универсал пятидверный, механическая коробка передач, салон ткани. Здесь Volkswagen Passat B5, салон ткань, механическая коробка передач, неплохая резина, 1.6 бензин, 98 год, 3999 долларов. Mitsubishi, друзья, Mitsubishi Colt 2005 год, 4485 долларов за него просят, 1.3 бензин. Давайте бегло. Резина средняя, механика, салон ткань. Здесь Opel Zafira 99 года, 1.8 бензин, 4950 долларов. На литых дисках оригинальных. Ну, понятно, механика, ткань. Ну, состояние, кстати, понятно, что они натертые, тут наполированные. Но визуально очень даже бодро выглядит. Совсем-совсем, я бы сказал, неплохо. Opel Astra. Astra 2001 года, 3200 долларов, 1.6 бензин, торг уместен. Вот такие вот литые диски, резина средняя по износу, на механической пятиступенчатой коробке передач. Такой вот, друзья, хэтчбэк. Здесь Golf универсал, резина, ну, неплохая еще, в принципе, на механической коробке передач. Друзья, 93 год, 1990 долларов, 1.8 бензин. Volkswagen Transporter 2001 год, 2.4 дизель, 6700 долларов. Друзья, длиннобазные оригинальные литые диски, отличная резина. Можно видеть, механическая коробка передач. Ну, вот такой вот сарай настоящий. Ну, вот задняя резина лысоватая. Volkswagen Polo 98 года, 1.4 бензин, 2650 долларов. Так, друзья, резина в нормальном состоянии. Пятидверочка на механической коробке передач. Ну, можно видеть, такие сиденья с ярко выраженной боковой поддержкой. Здесь Nissan Micra. Резина средняя, ну, даже лысоватая, я бы сказал, на литых дисках. Механическая коробка передач. Друзья, 2007 год, 1.3 бензин, 4100 долларов. Следующий, это Mazda 626, 99 года, 1.8 бензин, просят за нее 2500 долларов. Ну, нормальная резина, это седан, на механической коробке передач, салон, соответственно, ткань. Следующий, друзья, Citroen
Сантия 2002 года, 1.6 бензин, 2870 долларов. Зимняя неплохая резина. Ну, соответственно, салон ткань, механическая коробка передач. Друзья, Ford Galaxy 1.9 турбодизель. Получается 99 год, 4650 долларов. Неплохая резина. Ну, соответственно, друзья, механическая коробка передач, полноценный 7-местный автомобиль. Здесь Opel Zafira. Да, друзья, Opel Zafira, 2014 год, 1.6 дизель, 13750 долларов. На литых дисках, оригинальных. Что касается резины, друзья, ну, на самом деле, резина спереди уже не очень, сзади получше. Механическая коробка передач, салон ткань. Ну, визуально очень достойное состояние. Скорее всего, даже автомобиль совсем недавно из Европы. Seat Alhambra 2003 года. Так, друзья, 6350 за него просят долларов. На литых дисках, резина средняя. Механическая шестиступенчатая коробка передач, салон ткань. Здесь Kia Sportage. На литых дисках неплохая резина. Оригинальные литые диски. 2 литра бензин. 2013 год. 14200 долларов. На Росучете. Друзья, Volkswagen Jetta 2. 92 года. 1.6 бензин, 2150 долларов. В черном цвете. Mazda 2, 2009 год, 1.5 бензин, 6690 долларов на автоматической коробке передач. Неплохая резина. Ну, такая, друзья. Городской автомобиль экономичный относительно. На автоматической коробке передач. Suzuki Grand Vitara, 2 литра бензина, 11 год, 106 тысяч пробег указан, полный привод, 13700 долларов. Шкода Фабия 1.2, 11 год, 6690. Здесь Рено Лагуна 14 год, 10300 долларов, 1.5 дизель. Ну, друзья, можно видеть комбинированный салон, ткань, кожа на шестиступенчатой механике. Здесь Audi A6, судя по всему, универсал. Ну вот. Что касается салона, салон ткань на автоматической коробке передач. А6 в C6 кузове, 2007 год, 2 литра дизель, 10600.